И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать чайную пару. У меня их полный комплект, 6 штук, 6 пар вернее. Но я 3 пары поставила. Давно хочу показать, и все никак не получается из-за этого клейма. Клеймо никак не могу найти. Сколько раз искала в интернете, так и не нашла. Эти парочки, по-моему, кто-то из вас показывал. Точно не могу сказать. Года 2 назад я, по-моему, видела видео, если не ошибаюсь. Тогда я посудой абсолютно не увлекалась, поэтому вскользь посмотрела. И то в конце, по-моему. И все. И не обратила особого внимания, но... По-моему, кто-то из вас показывал. Эта парочка, конечно, довольно-таки современная, 2000-х годов. Этот набор мне подарили на День библиотек в ЦБС, централизованной библиотечной системе, когда я работала заведующей библиотекой. Вот тогда на День библиотек мне подарили. Они были в коробке, в круглой. Ну, коробочка тоже, конечно, сохранилась. Я-то подумала, что это кофейные. Я очень люблю кофейные чашечки. Они такие довольно-таки небольшие. Я подумала, кофейные. Нет, на коробке написано чайные. И вот такое клеймо «Эстетика». Искала, но никак найти не могу. Может, друзья, вы знаете, кто производил такие красивые чашечки и пары. Смотрите, сколько золота. Говорили, что современные изделия совсем с малым золотом, но эта парочка вообще столько золота здесь. Можно сказать, вся. Смотрите, какое блюдце. Абсолютно блюдце все в золоте. И золото насыщенное, очень даже. Блестящее, красивое золото. Так четко написана эстетика. Но инкогнито не могу найти и все. Сколько раз смотрела. Изящная чашечка. Сердечки, цветочек и орнамент. Красота. Мне лично очень нравится. Я пью кофе с этих чашечек. Чай не пью. Чай пью с других побольше. Вот такая красивая чайная парочка, полный комплект. Фарфор, кстати, очень тоненький. Да, забыла сказать. Очень тоненький. Ну, правда, не просвечивается, но легкий и тонкостенный. Белый-белый. Красота. Как я люблю все хвалить, восхищаться всем. Поэтому... Снова хвалю и восхищаюсь этим, можно сказать, современным набором. Подарили мне его где-то лет, наверное, 8 тому назад. Да, я 5 лет как оттуда уехала с той местности. Все бросила, уволилась. Переехала в другое место. Ну вот примерно, да, лет 8 где-то тому назад мне и подарили. Ну все, друзья. Короткий обзор. Решила много не показывать, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Всем приятного просмотра и пока-пока!